Пусть кто-то скажет нам всему свой срок. Герои опереты устарели, но сколько можно повторять урок из истин прописных на самом деле? И без конца, как будто дважды два, высокопарно изрекать слова. Да-да, в тебе имеется все это, наивная, смешная оперета, за что слывешь несовременный ты сейчас. Но почему лишь музыка начнется, и занавес на сцене распахнется, волнение охватывает нас. Твои герои в помыслах чисты, и щедростью души нам симпатичны. Бывает, безнадежно влюблены, но все равно отважны, романтичны. И за один влюбленный нежный взгляд одолевают тысячи преград. Да, да, в тебе имеется все это, наивная, смешная оперета, за что слывешь несовременный ты сейчас. Но почему лишь музыка начнется, и занавес на сцене распахнется, волнение охватывает нас. Наивная, смешная оперета, за что слывешь несовременный ты сейчас. Но почему лишь музыка начнется, и занавес на сцене распахнется, волнение охватывает нас. Да-да, в тебе имеется все это. Наивная, смешная оперета, за что слывешь несовременный ты сейчас. Но почему лишь музыка начнется, и занавес на сцене распахнется, волнение охватывает нас. Ходят годы, день за днем, считать лишь успевай. И то, что только раз живем, учти и не зевай. Подарком жизни радуйся от всей души. А грянут неприятности, улыбочку держи. И каждый умный человек обязан твердо знать, что в быстрый наш 20 век нельзя ворон считать. Такая жизнь. Смотри, держись, такая жизнь, смотри, держись. Привет наставнику. Ава Цезарю.
Ну что, нервничаешь? Нервничать поздно. Через 2 часа экзамен. А я, честно говоря, немножко нервничаю. А все-таки зря комиссия пошла у тебя на поводу и разрешила этот досрочный экзамен. Зря. Ну что ты хочешь? Сорвать недозрелые аплодисменты? И вообще, мне твои фокусы с единым выпуском могут выйти боком. Но мы же всю жизнь выпускали ребят поштучно, и они разбегались кто куда. А тут коллективная программа, молодые таланты. Спокойно, Афанасий Иванович. Не всякая нервная деятельность высшая. Я с этими орлами 4 года работал. Я знаю их лучше, чем они себя. Поверь мне, ребята дозрели. Им не терпится скорее выйти на публику. Почему же не поддержать такую инициативу? Ох, Данила, инициатива – это палка о двух концах. Ну хорошо, примут программу, ура! А грохните, что тогда? Ничего, пощечины судьбы только улучшают цвет лица. Но в крайнем случае отправишь меня на заслуженный отдых согласно твоей давней мечте. Кукуреку, Данил Трофимович. Привет, ребятки. Как настроение? Боевое, только вперед. Правильно, правильно, действуйте. До боя у вас осталось 120 минут. Мы будем готовы. И ты еще в них сомневаешься. Это действительно таланты. Талант. Про кукарека дело нехитрое. Бескрылый ты человек, Афанасий. Прокукарекать может каждый. А вот прокукарекать так, чтобы солнце взошло, это доступно только истинному таланту. Да успокойся, Ирина. Все будет отлично. Если не провалим экзамен. Все равно мы будем первыми. Где? В списке провалившихся. А после экзамена я тебя украду. А вот после экзамена хоть потоп. О, отличная идея. Махнем на водную станцию. Я на колесах. Оп! Прошу вас, товарищи, прошу. Проходите, товарищи. Вот сюда, пожалуйста. Прошу вас, вот сюда, пожалуйста. Усаживайтесь, товарищи, поудобнее. Прошу вас, Вера. Благодарю вас. Вот сюда, пожалуйста. Спасибо. Ну что же, интересно. Олечка, передайте Данилу Трофимовичу, и можно начинать. Комиссия готова. Да? Хорошо, Афанасий Иванович, бегу. Да. Вы знаете, один ваш сотрудник очень хочет с вами поговорить о прибавке жалования. Так скажите ему, что меня нет. А это невозможно. Он точно знает, что вы здесь. Кто это? А это я. Нашла время. Потом. Запомните, ребятки, что бы ни произошло, держать улыбку и каждую секунду стремиться только к одной цели – быть первым. Только первым. Потому что, когда перестаешь быть первым, узнаешь, что ты уже и не второй. Кстати, Бобров сказал, кто сегодня на манеж пойдет первым, получит на бал выше. Ставьте тройку, я иду первой. Данил Трофимович, Афанасий Иванович сказал, комиссия готова. Подумаешь, мы готовы еще вчера. Внимание! По местам. Кураж. Кураж. Не пуха. К черту. В нашем цирке каждый вечер ждут со зрителями встречи цирковые мастера. Все в тревожном нетерпении, скрыв улыбками волнение, ждут начала представления на манеж, друзья, пора. Дирижер взмахнул рукою, и над нами лещет знамя цирковое, и прожекторы горят. Сегодня праздник, друзья вас ждет, зарядом ряд, в костюмах пестрых, идут артисты, большой парад.
Вот шагают друг за другом по серебряному кругу силачи и вольтежеры, акробаты, балансеры, и корейцы, и турнисты, фигуристы, и пиршисты. Прыгуны, вдохнули кресты, молодцы! Огни горят, идет парад, и что не ряд, то друзья сидят. Приготовьтесь, ребятки. Следующий выход ваш. Мы готовы, Данил Трофимович. Смотрите, держать хвост морковкой. Есть держать. Не слышу металла в голосе, дорогая воздушная гимнастка. Запомни, весь номер на Максиме и на тебе держится. Аришка к вам подключилась без году неделя. В случае чего-то ее подстраховывай. Mm-hmm. Да, хорошо, Данил Трофимович. Все. Бегу объявлять. Ни пуха, ни пера. К черту, к черту. Воздушные гимнасты Ксения Андреева, Ирина Иконникова и Максим Молодцов. Двойной пируэт не очень чистый. Да, честно говоря, меня тоже беспокоит этот преждевременный выпуск. Но почему же преждевременный? Смотрите, как отлично работают. Этот ваш Рассохин – истинный педагог. Да, возможно, вы и правы, но... Но то безграничное понебратство, которое он насаждает в училище, честно говоря, трудно как-то увязать с педагогикой. Педагогика, милейший Афанасий Иванович, это умение внушить подрастающему поколению не повторять наших ошибок. Да, вы совершенно правы. А каких ошибок? Ну, например, не сидеть между двух стульев, хоть и в мягком кресле.
классно работают. Танец слов. Особенно Ксюха. Ты знаешь, а мне иногда кажется, что Ксения похожа на ласточку. Ты знаешь, а мне иногда кажется, что ты похож на неуклюжего разорителя ласточкиных гнезд. Да? Да. А это почему же? Да потому что голубая мечта Данилы Мастера сделать из них семейный номер Максима Ксения в духе давних цирковых традиций. Только не надо путать цирковые традиции с домостроем. Да, у меня, может, тоже есть голубая мечта. Хочешь дружеский совет? Хочу. Сдай свою голубую мечту перекраску. Но это мы еще посмотрим, чью мечту придется перекрашивать. Этот полет ставил Рассохин? Он. Удивительный человек. У него даже поставленная с ног на голову смотрится с интересом. Самое главное, каких он учеников воспитал. Материал, конечно, перспективный. Но еще сыроват. Да, вот и я Почему считаю, что... Почему же сыроват? Крылышки обсушат и в добрый час. Ой, ребятки, неужели мы проскочили? На, у меня а то просто... Спасибо. Королева воздуха. Тихо. Вы слышите? Прислушайтесь к этим звукам. Это же первые аплодисменты в нашей жизни. Ой, я ничего не слышу. Ребятки, молодцы, братцы. Спасибо. Порадовали старика. Особенно Ариша. Сегодня я окончательно убедился, не зря Максим придумал для тебя этот трюк. Отлично смотришься на равных. Это вам спасибо, Данила Трофимович. Нежности потом. Живенько на поклон. А то комиссия умрет от избытка чувств. Некому будет отметки выставлять. Прошу вас, Вера Геннадьевна, я понимаю, что задавать вопрос, так сказать, преждевременно, пока вы не выработаете общего мнения. Правильно, не будем спешить с выводами. Но вам понравилось? Да. Особенно антракт. А ваше-то какое мнение, Афанасий Иванович? Мое мнение? Да. Оно, собственно, целиком и полностью совпадает с вашим. Отлично. Уважаю людей, которым отсутствие мысли не мешает быть единомышленниками. Ну что ж, у меня тоже появились кое-какие соображения. Прошу вас. Соображения? А какие соображения? Скоро узнаете. Не исключено, что они целиком и полностью совпадают с вашими. Будем надеяться. Ну, теперь ты веришь в мои предсказания? Угу. Все будет отлично. Нет, Максим, все равно не верю. А я, дуреха, чуть не пролетела мимо твоих рук. Ну, мимо моих рук ты не пролетишь никогда. Хм. А тебе не кажется? Нет, не кажется. Кто сказал, что после нас хоть потоп? Я. Так вот, считай, что он уже затопил весь мир, кроме нас с тобой. Ну, Терентий! Руслан, что? Да нет, ничего. Это к вопросу о перекраске голубой мечты. Сердцам влюбленных, как и
их счастливые глаза. Ирина, не надо, Максим. Почему? Потому, я же... Мы потому же... что Данил Трофимович против, и потом Ксения, она же моя лучшая подруга. При чем тут Ксения? Детский сад какой-то. Не детский сад, Максим, это жизнь, в которую мы входим. Голосом ты внимай, но что в сердце месяц мой, красный май. Здравствуй, май, с нами ты всегда шагай, и врагам не помогай, добрый май, щедрый май, наше счастье охраняй, стань нам верным другом, май. Значит, говоришь, опять на мотоцикле укатили? А ты куда смотрела? Почему разрешаешь подруге с чужим женихом разъезжать? Ох, смотри, Ксения, развалишь мне перспективный семейный номер. Данил Трофимович. А на них, как ты знаешь, вся цирковая история держится. Данил Трофимович, я вам давно хотела сказать... Не перечь крестному отцу. Обрати внимание, Ксения, перед тобой самый знаменитый борец в мире. До обеда он борется с голодом, а после обеда со сном. Раньше он работал заклинателем зеленого змея, а сейчас занят на лекциях о вреде алкоголизма. Что, он читает лекции? Нет, его показывают как устрашающий пример. Ох, Данила, учти, инфаркт настигает и бессердечных. А между прочим, ты много в своей жизни достиг? Ну, не скажу, что многого... Но свою золотую средину нашел. Да-да, ты из нее себе зубы сделал для пущего зубоскальства. А между прочим, я в своей молодости придумал гениальный трюк. Только его никто не оценил. Да, Ксюша, трюк был действительно гениальный. Наш непревзойденный берейтер Даур проводил через всю арену мелом черту и пытался под нее подлезть. Как ты был, Данила, зубоскалом, так ими остался. Тебе бы только смеяться над другими. Да не над всеми, а над теми, кто шуток не понимает. Я не понимаю. Ксения, Ксения, пошли. У него на этом месте вот уже лет 40, как пластинка заедает. Данил Трофимович, я пойду к Раде, ладно? Иди, только не закармливай ее. Хорошо. Да, а мотоциклисты явятся сразу ко мне. Хорошо, Данил Трофимович. Пришла любовь, как солнце на рассвете, и целый мир вокруг стал радостен и светел. Ко мне пришла любовь, и все вокруг иное, и люди, и земля, и облака любовь. И сам я стал другим, каким я прежде не был. Впервые увидал цветы, деревья, небо, услышал пение птиц и шум листвы зеленой. Сегодня счастлив я, сегодня я влюблен. Какой же ты эгоист.
Ничего подобного. Ты сумасшедший. Возможно. Но все равно я люблю тебя. Егоркина. Да? В чем дело? Посмотрите. Молодец. Это другое дело. Ребятки, ребятки, я вас всех попрошу минуточку внимания. Каждому из нас природа дала организм, я бы сказал, во временное пользование. Но некоторые этим подарком природы пользуются неграмотно. И даже преступно. Дело в том, что наш организм, как правило, ленивый и хитрый. Он любит посидеть, полежать, поесть поплотнее, выпить. Да, не всегда то, что полезно. Поэтому глупый человек выводит свой организм из строя досрочно. А умный, тем более артист, должен держать свой организм в черном теле и пользоваться им строго и аккуратно. Моя мысль понятна? Понятно. Известно всем, что 60 уже минуло мне, но и в подобном возрасте я все же на коне. Вокруг микробы носятся и грипп, и корь, а от меня, товарищи, бежит любая хворь. А почему, вы спросите, и я в ответ скажу. С физической культурою я с детских лет дружу. Физкульт-привет на склоне лет. Физкульт-привет на склоне лет. Артисты цирковые вы, и надо понимать, что ваше тело гордое должны тренировать. Зарядочку, пробежечку, прогулочку в обед, и на коне продержитесь вы до преклонных лет. Работаю без жалости, ребята, над собой. Живой пример, пожалуйста, старик, а молодой. Физкульт-привет на склоне лет. Физкульт-привет на склоне лет. Кушай, Радочка, кушай. Кушай, моя хорошая. Кушай. Я еще раз повторяю, не положено. Как это не положено? Так не положено. Учится у вас тут Ксения Андреевна. Учится, ну и что? Это подружка моя. Ну не положено. Галка! Ксюха, привет! Галя, какими судьбами? Да вот хотела тебя повидать. А этот не положено, не положено. Легче в историю попасть, чем в ваше училище. Даур, это подруга моя Галя. Ну, пропустите ее, пожалуйста. Только последний раз, последний спасибо. Раз. Спасибо. Галка, как я рада тебя видеть. Ух ты какой! Это не какой, это Рада наша. Ты знаешь, она еще маленькая, ей только 13 лет. Вот это да, большая такая. Слушай, так ты ко мне или к нам в училище? Ой, Ксюша, то и другое. Приехала в искусство поступать, а тут стражей понаставили, просто ужас какой-то. Ну, пойдем, я тебе все покажу. Ух ты! Пошли. Как у вас тут интересно. Слушай, ну я не поняла, в какой конкретно ты хочешь искусство поступать? Да ни в какой, я бы и в Москву не приезжал, если бы не Чалкин.
А кто это Чалкин? Да ты что, не помнишь? Этот-то еще при тебе на станице самодеятельностью руководил. А, этот! Ты что, влюбилась в него, что ли? Еще чего! Видеть его не могу! Он всю жизнь погубить не хочет. Понимаешь, прилетает после районного смотра и кричит: собирайся, Силантьева, в Москву, в искусство поступать. Я говорю, зачем? А он говорит, затем. У нас народным талантом первейшее внимание. В соседней станице даже артистка цирка есть, а у нас никого. А вот это наш второй манеж. Привет. Здрасте, девочки. Здрасте. Здрасте. Слушай, рассказывай дальше. Да что, не хочу ни в какое искусство. Почему? Как так? Потому что у меня Сеня. Какой Сеня? Сенечка, жених мой. И красивый, и элегантный, и поет, и танцует. Главное, что у него руки золотые. Всю колхозную технику на раз ремонтирует. Представляешь, его даже премировали туристической путевкой в Париж. В Париж? Да. Когда у меня такой жених перспективный, представляешь, Чалкин хочет меня загнать в искусство, а Сенечка в Париж один поедет. Садиться спиной нельзя. Почему? Потому что нужно лицом к манежу. Слушай, ну что ты собираешься делать? Для начала надо с искусством разделаться. Угу. С утра была уже в Щукинском училище у ректора. Прихожу и говорю: дайте мне справку, что я вам не подхожу. И в слезы. Ну и как? Безотказно. Так, ребята, репетиция закончена. 15 минут и справку в кармане. Потом была в Авгике. Да. Там, правда, посложнее было, но ничего, справку тоже выплакала. Ой, а в Щепкинском я так натурально ревела. Они мне говорят: приезжайте, девушка, к нам осенью. И сразу на второй курс. О, как. Вот. Если у вас справку получу, все. Путь в Париж обеспечен. Слушай, а где у вас директор? Когда у него приемные часы? Директор-то есть. И часы у него есть, а приема нет. Да. Потому что он сегодня утром в министерство уехал судьбу нашу решать. Мы вчера экзамены сдавали. Да ты что? Ну и как успешно? Не знаю. Все как на иголках. Ксюха! Чего? Совсем забыла. Разведка донесла, что тебя тут просватали. Да ты знаешь, как тебе сказать? Да ладно, ладно. Ну, красивый хотя бы. Красивый. И смелый. Настоящий король воздуха. Ну, а ты? Не спрашивай. 100 вопросов и ни одного ответа. Смотри, Катерентий! Тут какие-то очаровательные особы. Ну-ка я взгляну. Ой. Ой, а они как удалились. Да я. Так, вот это Ксения. А с ней какая-то очаровательная незнакомка. Дорогая Ксения. Кто эта прекрасная очаровательная особа, в которую можно влюбиться с первого взгляда? Ребята, познакомьтесь, это моя подруга Галя Силантьева из Снегиревки. А это Руслан, а это Терентий. О, Снегиревка! Это где-то рядом с Рио-де-Жанейро. А мы в Рио тут играли на днях одну клоунаду. А вы что, клоуны? Нет, мы испанский кабальеро. Это дон Руслан де Базан, а это дон Терентий де Бержера. Весна кругом в полях, в садах, в цветах листочка клейки, и стайка птиц на проводах, как ноты на линейках. Уселся голод на карниз, и клювом стук-стук-стук в окошко. Спустите сеньориты вниз, чтоб погулять немножко. Что вы, мы же вовсе не готовы, погулять бы мы хотели, это верно так, но завтрак мы еще не съели, выпить кофе не успели, нам гулять нельзя никак. Ах так? Последний раз зовем гулять, мы вас чистосердечно, и просим вас не забывать, любовь, она не вечна. Хотим мы также вам сказать, что ценим вас всегда, всегда мы. Но не сердитесь, хоть гулять, со мной и с ним пойдут другие дамы. Что вы, да чего ж вы бестолковы, мы уже давно готовы, это верно так, но никуда не уходите, руки вы нам протяните, и от нас чтоб не на шаг. Вот так!
Ну, молодцы. Оп. Слушай, Руслан, сколько тебе раз повторять, чтобы ты не приставал к Ксении, а? Ну, хочешь, чтобы Максим тебе шею намылил? Все училище знает, что Данила мастер из них мечтает семейный номер создать, что они жених и невеста, а? А если я люблю ее? А это пройдет? Когда? С годами. А жить когда? С годами. Слушай, а эта галочка очень даже ничего, да? А это пройдет? Когда? С годами. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Это темненький, как его зовут? Руслан. Ксюха, так значит, это он. Он. Только он об этом ничего не знает. Почему? Потому что просватали меня за другого, за Максима. Да ты что? Че это у вас тут что, домострой, что ли? У нас тут цирк, Галка. Это гораздо серьезнее. Да. Старший лейтенант Фунчиков, ваши документы. Ну что, нарушаем? Извините нас, товарищ старший лейтенант, мы на репетицию опаздываем. Так вы что, артист, что ли? Да, цирковые. Воздушный полет под куполом цирка. И что, каждый день там летаете? Включая выходные. Счастливые. Я о цирке мечтал еще с детства, сердцем рвался в воздушный полет. И с тех пор в этом трепетном сердце цирк мечтой безнадежной живет. К сожалению, мечтаю напрасно, цирка мне никогда не видать. Ах, какое вам выпало счастье, там под куполом гордо летать. Ах, какое вам выпало счастье, там под куполом гордо летать. Ну ладно. На первый раз ограничимся предупреждением. Но будьте осторожны, а то и сами разобьетесь. Ничего доброго, такую красивую девушку погубите. Да что вы, товарищ старший лейтенант, никогда. Самый близкий и преданный мне человек. Партнерша. И будущая жена. Да? Ты что говоришь-то? Одну минуточку. Поздравляю. Спасибо, товарищ старший лейтенант. Спасибо. Желаю счастья. До свидания. Это наш Тихон. Он у нас самый справедливый. Что ты говоришь? Ой, как интересно. Его все любят. Ой, какой хорошенький. Вот ты скульптуру Лаокон видела? Нет, только в учебнике на картинке. А вот Тишка делает ее полную копию на манеже. Фантастика. А что он ест? Кроликов. Девушки!
Извините, кто здесь будет артистка цирка Ксения Андреева? Ксения Андреева? Это я. В чем дело? Вот ей просили передать. Кто просил? Один неизвестный товарищ. Ах, неизвестный. Передайте этому товарищу, что Ксения Андреева просила ее впредь не беспокоить. Ясно? Ясно. А как же цветы? Цветы? Рада обожает букеты неизвестных поклонников. Моя мысль понятна, Ксюша? Максим, быстрее, мы опаздываем. Ой, шлем возьми. Скорее, Максим. Ирина! Ирина! Подожди. Ну, я прошу тебя, ну, скажи мне, что мне сделать? Скажи, я сделаю все, что угодно. Максим, ты с ума сошел. Вполне возможно. И как самый сумасшедший из всех сумасшедших, я заявляю. Я тебя люблю. Люблю. Моя мысль понятна? А что скажет Ксюша, если узнает? Мне гораздо важнее, что скажешь ты. Вы с Ксенией с первого курса обручены. Мы с Ксенией с первого курса обречены. Вот только не надо иронизировать, Максим. Данил Трофимович прав, когда говорит, что семейные номера – это не просто традиция, это жизнь. Вы, наверное, все с ума сошли с этими семейными номерами. Ирина, я люблю тебя. Тебя понимаешь, а не эту мифическую традицию. Максим, ты эгоист, ты думаешь только о себе. Если да. Ксения узнает, она же не сможет работать в нашем номере. Как ты не понимаешь? Нет, нет, я действительно сейчас сойду с ума. Бутуз, ты слышишь? Нет, это не жизнь. Это сплошное жертвоприношение. Кстати, ты, может быть, хочешь еще одну жертву? Пожалуйста. Я готов. Что ты делаешь? Приношу себя в жертву по старой цирковой традиции. Ну что, оставь в покое эту кость. Посмотри на влюбленного. Максим, ты с ума сошел? Сейчас же выходи оттуда, он же съест тебя. Очень хорошо. Я готов. Раз самая прекрасная девушка на свете меня не любит. Дау, ребята! Ну, Максим, ну зачем ты это сделал? Ну что, вы все сбежались? Пошутить нельзя. Ах, пошутить! Ты, оказывается, у нас еще и шутник по совместительству. Только шутки твои по интеллекту на километр ниже уровня моря. Ну, Данил Трофимович. Никаких «но». Ты что же решил, что звери – это иллюстрации к басням Крылова? А леопарда ты об этом предупредил? Ведь это же чистая случайность, что он только что пообедал. И никакая не случайность. Мои звери едят строго по графику. А, явился. И даже в жилетке ты умудряешься работать спустя рукава. Если бы у меня было право присваивать звание, я бы тебе присвоил самое высшее. Это какое же? Разгильдяй первой гильдии. Это же надо ключи оставлять в замках. Ну и что ключи? Мои звери замки взламывать не обучены. Это твои студенты пиратствуют. А я тут при чем? Развел тут демагогию. Погоди, я еще на твоих пиратов в управление напишу. Ты напишешь? Напишу. Прежде чем написать, надо выучить азбуку. А? Все, представление окончено. Публику прошу покинуть помещение. Вот таким путем. А с тобой мы еще побеседуем. Шутник ты наш новоявленный. Нет, конечно, конечно. Вы меня можете считать консерватором. Ретроградом. Но такого ведь никогда не было, понимаете? Чтобы давать дипломы. После проката программы на публике этого не было. И не должно быть, потому что учеба это одно. А работа это совсем другое. Афанасий Иванович, голубчик, так ведь это-то и очень плохо, что мы ухитрились возвести забор между жизнью и учебой.
Ребята месяц проработают на публике. Представляете, какую ценность сразу приобретет для них диплом. А публика? Ну, недаром же говорит, что настоящий артист ужинает аплодисментами. А шишки? Ну... Ничего, ребята молодые, до свадьбы заживет. Никак не могу понять, почему вы так сопротивляетесь. Да потому что я знаю, что такое гастроли. Милейшая Вера Игнатьевна, хватит с меня забот с ними и здесь. Афанасий Иванович, извините, вам не помешает, если я не буду курить? А, да-да, извините. Что же касается ответственности в этом новом для нас всех деле, то я думаю, что мы с вами придумаем очень хитро. Назначим руководителем гастролей Рассохина. Рассохина? Этого доморощенного либерала? Но он вам отколет гастроли, будь уверены. А потом расхлебывать буду я. Потому что за всю ответственность несу я. А вам не кажется, что вы несете ее в обратном направлении? Решайте, решайте все сами. Вам отсюда виднее. Почему же сами? Соберите завтра в 10 ваших выпускников и проверим на них наше с вами мнение. Привет. Ксюха, какая ты сегодня? Ой. Какая? Фантастическая. Спасибо, Терентий. Пожалуйста. Кстати, о цветах. Мне сегодня какой-то незнакомец прислал роскошный букет. Ты случайно не знаешь, кто это? Не знаю, может быть, Максим. А может быть, ты? Ну, вообще, по теории вероятности. Зачем ты это сделал? От избытка чувств. Каких чувств? Моих к тебе. Все ясно, очередная клоунада. Ксюх, ну погоди, я серьезно, я давно хотел сказать. Ну правда, Терентий? Правда, и ты знаешь, как я к этому отношусь? Нет, мне сейчас интересно, как к этому относится Ксения. Опять твои клоунские шуточки. Руслан, Руслан. Клоуны не всегда шутят. При партнере при моем заявляю вновь я, что давно в тебя влюблен я сам. Светлой любовью я хожу четвертый год, словно околдован. Не верю я никак, не верю я, ты говоришь, как клоун. Ты напрасно обо мне думаешь так скверно. Ваше мнение, партнер, совершенно верно. Пусть кажусь я вам смешным, клоун я в манеже, но я тоже человек. Добрый, чуткий, нежный, без взаимности твоей я такой несчастный. Руслан, зачем играть? Зачем играть в клоунские страсти? Грех смеяться надо мной. Я влюблен безмерно. Подтверждаете, партнер? К сожалению, верно. Да чего уже трудно жить мне на белом свете. Надо мной смеются все, смеются взрослые и дети. Эх, какой же я чудак, глупый, бестолковый. Но, как видно для тебя, как видно для тебя, я лишь клоун. А вот это сущий вздор, вздор неимоверный. Но ваше мнение, партнер, ничего подобного. А рифма? Рифма где? И в такую минуту для нее главная рифма. Сам виноват.
Я тебя предупреждал, не заглядывайся на чужих невест. Ты прав, я ей нужен как прошлогодний снег, даже еще меньше. Афанасий Иванович. Ну поймите вы, милая барышня, набор в училище будет в августе. Приедете, приемная комиссия вас посмотрит. И если вы понравитесь, и у вас есть талант. Да нет у меня таланта. Нет, не было никогда и не будет. Ну дайте мне справку, что я вам не подхожу, а? Я никогда в жизни липовых справок не даю. Жалко, да? Но я же не к вам прошусь, а наоборот от вас. Вот и чудесно. И покиньте мой кабинет. А не покину. Вы признаете, что искусство требует жертв? Признаю. Так вот и считайте, что я жертва искусства. Олечка! Да, Афанасий Иванович. Позовите, пожалуйста, вахтера. И пусть он выдворит эту жертву искусства. Сейчас же. Поняла? Поняла, Афанасий Иванович. Ладно. До вахтера мы не унизимся. Ну что? Придется прибегнуть к насилию. Что? Какому еще насилию? Вы что себе позволяете, уважаемая? Секундочку. Сейчас узнаете. Сумасшедшая какая-то. Вот молодец, а. Давай, Тихон, давай, давай. Давай, дружок, давай. Ну, молодец, ну, молодец. Вот Тихон умница. Подпишите, Афанасий Иванович. Чего? Благодарю вас. Спасибо, Тихон. Спасибо, дружок. За мной не пропадет. Привезу тебе из Парижа что-нибудь вкусненькое. Прощение. Товарищи, тихо! Тихо! Здравствуйте. Товарищи, к нам приехала Вера Игнатьевна Беляева, наш дорогой гость и верный друг. И приехала с сообщением, которое, надеюсь, вас обрадует. Вчера решено, что вы с программой, которую вы нам показывали, впервые выезжаете на гастроли. Тихо. Первое. В вашей программе присвоено название «Цирк молодых». Второе. Выезжаете через 10 дней. Третье. Работать будете в Сочи. И четвертое. Руководителем вашей программы назначен Данила Трофимович. Спасибо. Провожаем мы галочку нашу, был успешным в искусство визит. День отныне сам чал, день не страшен, путь в Париж перед нею открыт. День отныне сам чал, день не страшен, путь в Париж перед нею. Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на прекрасном вокзале города Москвы. О, боже мой, как я рад вас видеть, а? Последний раз увиделись, по-моему, в Кандалаче, 1913-й. Прошу вас. Сереж, купи пирожок.
Ребят, спасибо большое. Приезжай еще. Хорошо. Приезжай. Дочь министра. До свидания. О, веселая, молодец. Галка, приезжай. Обязательно приезжай. Счастливо, ребята. Все. Оп. Оп. Пока, ребята. Обязательно приезжай. Нет, не могу. Стой, стой, стой. Я хочу с ней. Дорогая, отныне Максим совершенно другой. Молчать о любви я тебе обещаю, ни слова о чувствах, ни тайного взора. Мы только партнеры, мы только партнеры с тобой. Тебя. Иду на все твои условия. Максим, ты прелесть, ты живешь шутя. Легко и просто шутишь ты с любовью. Зачем же так? Ты не права. Свое сдержу я обещание. Но где же правда? Все одни слова. Любви мы скажем до свидания. Проходит все. Любовь она пройдет, а номер наш не должен гибнуть. Максим,
Ну все, ребятки, кончилась ваша сладкая жизнь. Будем работать 24 часа в сутки. А спать когда? Спать будете на пенсии. Марш, наверх. Максим, подержи. Ага. Плохо! Еще раз! Ап! Ведь можете же! Ариша, носочек, носочек держать! Опаздываешь, Ира! Пусть кто-то скажет нам всему свой срок. Герои опереты устарели. Но сколько можно повторять урок из истин прописанных на самом деле? И без конца, как будто дважды два, высокопарно изрекать слова. Да, да, в тебе имеется все это, наивная, смешная оперета. За что слывешь несовременной ты сейчас? Но почему лишь музыка начнется и занавес на сцене распахнется? Волнение охватывает нас. Твои герои в помыслах чисты, и щедростью души нам симпатичны. Бывает, безнадежно влюблены, но все равно отважны, романтичны. И за один влюбленный нежный взгляд одолевают тысячи преград. Да, да, в тебе имеется все это, наивная, смешная оперета. За что слывешь несовременной ты сейчас?
Но почему лишь музыка начнется, и занавес на сцене распахнется, волнение охватывает нас. Да, да, тебе имеется все это. Наивная, смешная оперета. За что слывешь несовременной ты сейчас? Но почему лишь музыка начнется, и занавес на сцене распахнется, волнение охватывает нас. Да, да, в тебе имеется все это. Наивная, смешная оперетка, за что слывешь несовременной ты сейчас? Но почему лишь музыка начнется, и занавес на сцене распахнется, волнение охватывает нас? Ариша! Врача! Скорее врача! Не трогать. Никаких движений. Прошу вас. Отойдите все. Все отойдите! У нее шок. Жива? Жива. А все ты. Досрочно созрели инициатива. Я тебя предупреждал. Оля! Олечка! Звали Афанасий Иванович. Я кофе ходила пить. Попросите наших иллюзионистов, чтобы вас распилили на две части. Зачем? Тогда хоть одна, какая-нибудь часть будет находиться на рабочем месте. У нас ЧП. Срочно заготовьте приказ об отмене гастроли. Не надо паниковать, Афанасий Иванович. Случайность может произойти с каждым. Нет, не с каждым. А я говорю с каждым. Даже с тобой. Правда, если ты свалишься, то упадешь обязательно с одного мягкого кресла в другое. Что? Да за такие слова? Да я тебя! Не выходи из себя, Афанасий. Можешь не найти обратно дорогу. Из тебя мог бы получиться неплохой кулинар. Ты из ничего умеешь заварить кашу. Из ничего? Вот это, по-твоему, ничего? Человек, можно сказать, не дышит. Ничего. У нас у циркачей всегда есть в запасе второе дыхание. Моя мысль понятна? Юлиш, Данила. И не надо путать второе дыхание с искусственным. Гастроли отменяются. Ариша, как же это? Это я виноват, Данил Трофимович. Ирина, это я во всем виноват. Все будет хорошо.
Дорогая моя, Ирина, все будет хорошо. Это я во всем виноват, Ира. Не надо отменять гастроли. Я в порядке, Данил Трофимович. Уважаемая публика! Данил Трофимович! Данил Трофимович! Мы пропали! Как? Почему? Сейчас все объясню! Данил Трофимович, клоунада отменяется! Ее только что запретили! Сама Мария Филимоновна! Кто это? Это зав. Отделом техники безопасности управления культуры! А какое отношение имеет техника безопасности к культуре? Прямое! Она оберегает культуру от возгорания и всяких других стихийных бедствий. Все пропало! Что, совсем все пропало? Не знаю, как культура, но мы горим точно! Помогите! Ой! Горим! Как горим? Где? Там! Пожар! Мария Филимоновна уже в цирке! Оп! И только что устроила мне разнос за слона. Говорит, слишком длинный хобот. Неприлично, не положено по технике безопасности. Требует... Немедленно укоротить! В цирке, как и во всем, должен быть порядок. А у нас порядок? Вот если у вас тут обезьяны, то пусть сидят в своих клетках и не высовываются.
пока не пригласят. Что делают ваши обезьяны? А что они делают? Они взяли у сторожа ключи и всем скопом отправились праздновать день рождения Дарвина. Это в разгар гастролей, форменное безобразие. Вот так бы и сказала вот эта зебра, если бы умела говорить. Если бы эта зебра умела говорить, да она, во-первых, сказала, что она леопард. Тем более. Кстати, почему зверь на манеже? Он же дикий. А если он вырвется из этих прутиков? Кругом наши люди. Не дай бог, иностранцы. Ап! 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 Нет, придется составить акт о вопиющем состоянии техники безопасности на ваших представлениях. А может, не надо? Мария Филимоновна, мы подтянем технику! Вот когда подтянете, тогда составим другой акт. Да, где-то я только что видел стол. Ах да, вот он. Да нельзя. Здесь леопард. Тем более. Это конец. А может, это судьба? Искусство требует жертв! Вот мое заключение о вашей программе. Я согласна, что искусство требует жертв. Но я не допущу, чтобы ими стали наши зрители. Оп! Воздушный полет под куполом цирка!
Знаешь, Васенечка, это уникальный номер. C'est la vie. Они наверняка свой номер так отточили, что можно... Что можно, Сенечка? Ну, зовут Китофа. Браво! Братцы, от души порадовался. Не зря 4 года работали. Ой, позвольте нам поздравить. Сенечка, давай цветы. Прошу. Спасибо. Ой, вы незнакомы. Это мой муж, Семен Семенович. Смотрите, как он идет к этому галстуку. Добилась своего. Ну, присаживайтесь. На ногах правды нет. Отдыхайте, труженики. Спасибо. Добрый. Привет. Добилась своего. А как же? Как говорится, факт налицо. Мы к вам прямо из Парижа. Не может быть. Может. Жосеви иси до пассаж. Галина. Спасибо, Мария. Спасибо. Выражайся яснее. Ну, сом. Иси, до пассаж. Переведи, девушка не понимает. Мы проездом. Проездом. Представляешь, утром самолет Париж-Москва, днем Москва-Сочи. Прилетаем, а тут кругом ваши афиши. Ну, разве мы могли уехать в нашу Снегиревку, не повидавшись с вами? Правда, Сенечка? Разумеется. Слушай, ты настоящая француженка. А мы тоже не лаком шиты. Раскусили, как они делают свои мини-платья. Ну и как? Очень просто. 7 раз отрезает от макси-платья. И все же, братцы, Париж – это фантастический город. Где мы только с Сенечкой не побывали. Я даже в кинопробах участвовала. Правда? Да. Полдня на лошадь скакала. Ну и что ж, тебя пригласили сниматься в кино, да? 2 раза. Вот лошадь пригласили. У них, у французов, другие стандарты. Не то, что в нашей Снегиревке. Подумаешь, я тоже похудею. Вот приеду домой и буду каждое утро на лошади скакать. Галина, Галя. Для того, чтобы похудеть, надо не на лошади ездить, а бегать за ней. Французы говорят, что они работают даже в нерабочее время. Могу сказать я вам одно. Товарищи любезные, учиться право не грешно, коль учишься полезному. Согласен с вами целиком, и я того же мнения. В такое время мы живем, когда работает мышление. Тебе мой Сеня нравится? Да, Сеня, твой глазок кривой, и ты у нас красавица. Вполне возможно, я смешна, но Сенечка мне нравится. В него безумно влюблена. Желаю вам любви и радости. Должны ли мы четко видеть то, что ждет нас в скором будущем, и твердо знать его никто нам не подаст на блюдечке. Согласен с вами целиком, и я того же мнения. В такое время мы живем,
когда работает мышление. Здорово. Эй, ты куда, дорогой? Кто это ты? А ты почему говоришь мне ты? А ты почему? Так я из Москвы. А что, в Москве все такие неграмотные? Не видишь вывеска «Служебный вход»? Я директор московских артистов, которые тут у вас выступают. А откуда мне это известно, дорогой? У тебя на лбу ничего не написано. Мне некогда с тобой болтать, я по делу. Егор, Егор, это действительно наше начальство. Соображай, на кого кидаешься. С приездом. Моя мысль понятна? Понятно, Данил Тарасович. Пошли, пошли. Проведать решил или как? Да вот или как. В командировку прибыл по тревожному сигналу. По какому сигналу? Дозвонил в управление позавчера председатель горсовета. Говорит, что цирк молодых позволяет себе лишнее. В каком смысле? Ну, будто играете клоунаду на местную тему, которая задевает авторитет города. Что, так и сказал? Авторитет города? Именно, именно. И будто в ней участвуют некие артисты, которые... Ах, вот оно в чем дело. Ай да Руслан, вот это успех, вот это признание. Понимаешь, Афанасий, у Терентия обнаружились очень остроумные находки. И Руслан сделал с ним эту клоунаду. Вот и замечательно. И эту клоунаду необходимо срочно убрать из программы. Это почему? Я же тебе говорю, что звонил председатель горсовета. Обижается, говорит, что эта клоунада не только берет за душу, но и выворачивает ее наизнанку. Но это же хорошо, что обижается. А, ты так считаешь? Не только я, еще кое-кто. А кто еще? Зрители. Зрители. Зрители к делу не подошьешь. Ах, ты уже и дело составил. Да нет, дело не дело. Во всяком случае, мне поручено разобраться на месте и пресечь. Ах, вот так. Ну что ж, тебя прислали в самую точку. Сейчас закончится аттракцион Филатовых. И пойдет это самое клоунада. Так что милости просим, заходи, разбирайся. Кстати, у тебя в этом опросе сегодня будет помощник. Кто? Увидишь. Уважаемая публика! Данил Трофимович! Данил Трофимович! Мы пропали! Как? Почему? Клоунада отменяется, ее только что запретили. Сама Мария Филимоновна. Кто это? Зав. Отделом техники безопасности управления культуры. А какое отношение имеет техника безопасности к культуре? Все! Все пропало! Не знаю, как культура, а мы горим точно! Помоги! Как горим? Где? Там!
Мария Филимоновна уже в цирке. И только что устроила мне разносы слона. Говорит, слишком длинный хобот, требует укоротить. Молодцов, иди сюда. Кто это там в директорской ложе? Это секретарь горкома. Он третий раз уже сюда приходит. Ему очень нравится наша клоунада. Нравится? Имейте в виду, ребятки, это не так все просто. Здравствуйте, здравствуйте. Данил Трофимович. А, пресса. Милости просим. Вот сегодняшняя наша черноморская здравница. Еще тепленькая. А в ней мой репортаж. Ну-ка, ну-ка. Так. Смотри. Здорово. Ксюша, Максим, Ариша, полюбуйтесь. Ну-ка, почитай, что у нас пишет местная пресса. Значит так. На снимке участники замечательного циркового аттракциона «Полет под куполом цирка». Постановщик номера «Народный артист республики» Д.Т. Рассохин. И молодые артисты Ирина Иконникова, Ксения Андреева и Максим Молодцов. Звучит? Да. А про меня? Вот уже почти месяц они волнуют и радуют сердца зрителей нашего города. Как сообщили нашему корреспонденту, Ксения и Максим скоро станут мужем и женой. Редакция газеты сердечно поздравляет будущих молодоженов и желает им длительного и успешного семейного полета во славу давних цирковых традиций, на страже которых стоит Д.Т. Рассохин. Спасибо. Послушайте, кто вам дал право? Не надо. Что вы суете свой нос? Максим! Максим, перестань! Что ему не понравилось? Дело в том, что они этот факт пока в секрете держали. Данил Трофимович, мне говорили, что вы знаете десятки забавных историй о цирке. Цирк, милый мой, это прежде всего адский труд. Номер идет 5 минут, а люди его годами репетируют по несколько часов в день. Ну, забавные истории бывают, конечно. И все же, Данил Трофимович, ну, хотя бы один забавный случай из вашей цирковой жизни. Вы же много путешествуете по свету. Да, много. Но вот в вашем замечательном городе, к сожалению, редко приходилось бывать. А я люблю море. Обожаю рыбалку. Неужели и сейчас рыбачите? А как же? Как только выпадает свободная минута, книгу под мышку, молоток в руки и к морю. Простите, я не понял, зачем вам книга и молоток? Так я ими и ловлю рыбу. Раскрываю книгу над водой. А так как рыба ужасно любопытная, она подплывает поближе, чтобы прочитать название книги. И тут я ее молотком по голове. Уникальный способ. И много вы таким способом поймали рыбы? Вот в этом сезоне вы 23-й. Ага. Ну, может, на сегодня хватит забавных случаев из жизни цирковых чудаков. Мы цирковые в душе, все немного клоуны. А клоун – это не характер, не профессия, это жизнь. Стой, стой! Куда ты? Александр Петрович! Там репетиция нельзя! Стой! Александр Петрович! Да, да! Что у вас там случилось? Александр Петрович, Максим умчался!
Так, давайте. Помогите догнать его. Давайте сюда. Догоним. Быстрее, быстрее. Случается не раз, что вместо радости беда подстерегает нас. По жизни весело идем, и млад, и стар. Мы от судьбы подарков ждем, а мало ответ удар. Вы когда-нибудь видели, как объявляется антракт? Нам, ну, ты спросил. Антракт? Ну, ты сказал. Реприза. Антракт. Ну, считай, что ты ничего не видел. Он посмотри, как объявляет антракт Данила Мастер. Ребята, я давным-давно все знаю. Он ночами медведей выводил на манеж. Вот он настоящий мастер. Но стрелка по часам кружит, свой совершая путь. Она нам тихо говорит, пора и отдохнуть. Устали вы сидеть, друзья, сидите час. И нам без отдыха нельзя, устал любой из нас. И потому, товарищи, мы, соблюдая такт, объявим наступающий коротенький антракт. Путь, покой свой сумею вернуть.
мое сердце забудь. Ирина! Хорошо, что тебя встретил. Как видишь, я сдержал свое слово. Гастроли никому не испортил. Ну вот они подходят к концу, и дальше я свободен в своих поступках. В каких поступках? Я слов на ветер не бросаю, Ирина. Данил Трофимович подберет вам с Ксенией другого партнера. Незаменимых у нас нет. А ты? Я не пропаду. Пойду в укротители. Какой из тебя укротитель, когда ты себя укротить не можешь? Нет, Максим, уж лучше я пойду в укротители. Как? Так значит, ты? Тихо. Молчи. Молчать довольно, больше не желаю. Я от любви своей не отрекусь, и больше чувств своих я не скрываю. И ничего я не страшусь. Любовь, она сильней всех чувств на свете. Любовь не размышляет и не ждет. Она как ураган, она как ветер. Любую из преград сметет. Любовь смела, любовь сильна, и осторожность ей смешна. Таков любви закон, закон и для меня священен он. Каскадом прекрасных трюков мисс Алис. Не надо смеяться над сердцем, бояться. В нем тоже горячая кровь. И клоуны любят, и клоунов губят жестокое чувство любви.
больших ботинках с пестрым бантом страдала она от сердечных ран. А наш с богатым толстым франтом все жукатило в ресторан. И роковая Галатея смеялась громко за столом. Его ж нашли с петлей на шее вверху под самым горячая кровь. И клоуны любят, и клоунов губит жестокое чувство любовь, Руслан, поздравь меня, слышишь? Руслан. Обязательно, с утра об этом мечтаю. Зря смеешься. Ты знаешь, что я нашел? Знаменитого Тристана Реми. Целый том, клоунада, одна лучше другой. Яичница в шляпе, разбитое зеркало. Терентий, у человека сердце разбито, а ты ему предлагаешь ой, яичницу в шляпе. Ой, настынь, сегодня жарко. Жарко? А мне кажется, что я на айсберге, в ледяном безмолвии. Почему они все молчат? Кто? Все, Ксения, Ирина, Максим. Посмотри, у меня вот здесь ничего. Нет. А вот здесь? Нет. Они будто в рот воды набрали, ведь это сплошное вранье. Ты задаешь слишком сложные вопросы. Мне кажется, что на это нет ответа, даже у Данилы, мастер. Почему я должен молчать? Кругом буйствует жизнь, за стеной плещется потрясающее море. Нет, я сегодня же иду к Даниле, мастеру. Угу. Пусть он сечет мою повинную голову. Повинную голову не секут, секут другое место. И брось хандрить, Руслан. Самая несчастная любовь – это та, после которой приходится жениться. А ты человек холостой. Так что вперед, и нас ждут бурные аплодисменты. Говорят, постарел, постарел, но я молод душой, молод, 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 молод душой, душой, душой. Да, сам дурак. Я всего на два слова, Данил Трофимович. На полтора. Мне еще воздушный полет объявлять. Мы люди большого полета. Умолкни. Ты бы еще, Боже, царя храни, завел. Завел, завел, завел. А? Нет, говорящий попугай – это стихийное бедствие. То ли дело был у меня говорящий дятел. Сидел себе спокойненько на сучочке и тихонько переговаривался с соседской канарейкой. Дятел? Да. А как же он разговаривал? Азбукой Морзе. А ты как пришел говорить? Нет, я пришел по-простому. Данил Трофимович, дело в том, что вам необходимо признать свою ошибку. Какую ошибку? Вот эту. Вы через местную прессу на весь мир поведали, что Ксения и Максим скоро поженятся. Поведал. Ну и что? Ты-то тут при чем? Притом, я люблю Ксению. Нет, я, нет, я. Час от часа не легче. И давно это с тобой? Давно, с первого курса. Я спрашиваю, давно ты стал в чужие семейные дела нос совать? У ребят, можно сказать, все договорено, чуть ли не со школы. Я уже свадебный гастрольный маршрут прорабатываю. А тут является новоиспеченный Ромео Отеллович. Да ничего у них не договорено. И вы как духовный пастырь, правда самозваный, должны бы знать, что Максим любит другую. Как другую? Откуда такие сведения?
У клоунов. Другую, другую. Суп сварю. Неостроумно. У клоунов всегда самые верные сведения. К тому же об этом знает половина училища, кроме вас, конечно. Умоляю, никому ни слова. После представления я сам во всем разберусь. Много девушек хороших, хороших. Так вот, пришел ко мне сегодня один человек и говорит, а я финтить крутить не умею, поэтому прошу, кто-кто, а ты знаешь, 4 года я вас учил, воспитывал, неоднократно объяснял, что настоящий человек должен быть честным, правдивым. И правда, какой бы горькой она ни была, во 100 раз дороже, чем сладкая ложь. Данил Трофимович, ваша мысль понятна. Хорошо. Так вот, пришел ко мне сегодня один человек, Ариша, только ты не обижайся. Он говорит, что у тебя с Максимом. Это правда? Да, Данил Трофимович, правда. Правда. Вы же просили правду, какой бы горькой она ни была. Понятно. Выходит, все эти мотоциклы и прогулки при луне не случайны. А как же мой план семейного номера? Я шел с вами к нему 4 года. Данил Трофимович, я не знаю как. В общем, вы извините меня, ладно, я... Вот так сердечные дела переходят в сердечно-сосудистые. Максим, Ксения, нет, Ариша. Любовь нечаянно нагрянет. Вот и все, расстаюсь навсегда. И с мечтой, и с любовью моей. Вот и все, только цирк никогда, никогда я забыть не сумею. Говорят, от судьбы не уйдешь, говорят, шутки плохи с судьбою. Но меня ты, судьба, не согнешь, не согнешь. Я еще потягаю с тобою. Максим, нам нужно с тобой поговорить. Максим. А ты с Ириной разговаривал? Надо снова повторить. Угу. Повторить. Угу. Эх.
Терентий! Да, Данил Трофимович. Как развиваются события? Максим уехал за цветами. Так. Ксения готовит стол. Отлично. А Руслан? Руслан готовит сюрприз. Все как договорились. Да. Данил Трофимович, где будем проводить операцию? На манеже? Манеж — это святое. Угу. В гостинице? В гостинице неудобно. Ну а где же тогда? Где? Где, где? Где бы ни было, командовать парадом будешь ты. Моя мысль понятна? Понятно. Ребят, как здорово, а? Прямо из цирка мы вырвались в открытое море. Просто сказка. Мы рождены, чтобы сказку сделать, были ваше величество. Ах, Терентий, ну какое из меня величество? Как? Разве вы не читали утренние газеты? Вся пресса, включая зарубежную, оповестила мир о том, что в связи с вашим днем рождения вам присвоен титул королевы воздуха Ирины Первой. И я счастлив, что первым кладу эту весть вашим стопам. Нет, вы только посмотрите, какая наглость. Этот самозванец осмеливается поздравлять нашу королеву раньше нас, ее верных рыцарей. Оп! Господа, я вызываю вас на дуэль. Нас? Вас. Правильно. На чем будете драться? Не слышу ответа. На шпагах. Нет, это невозможно. У нас в реквизите всего одна шпага. Ничего. Будем драться по очереди. Да, ты первый. Нет, нет, если я королева, то с сегодняшнего дня я отменяю все дуэли и прошу вас. Королева не просит, ваше величество. Королева повелевает. О, прекрасно! Я повелеваю решить ваш спор мирным путем и сочинить мою честь оду, извольте. О! Когда вечером цирк зажигает огни и веселые трубы играют, предо мною проходят минувшие дни. Свою молодость я вспоминаю. В цирке встретил я ту, что прекраснее всех и дороже всех женщин на свете. С ней делил пополам неудачи, успех, и как годы прошли, не заметил. Говорят, постарел, но я молод душой, я о прошлом ничуть не жалею. Не случайно же я человек цирковой. И поэтому я не старею. У меня такое ощущение, что это происходит просто в каком-то волшебном сне. Могу ущипнуть тебя. Попробуй. А вот оригинальные способы ты придумать никак не мог. Конечно, могу. Придумай. О! Что там такое? Ну как? Теперь уже сон просто наяву. Ну ничего. Когда Данила Мастер при всем честном народе объявит наконец-таки наш семейный номер. Как он это сделает? Тогда ты поверишь действительно. Под куполом цирка семья Молодцовых.
Слушай, знаешь, жалко, что Руслан не воздушный гимнаст. Был бы просто двойной семейный номер. Ксения и Руслан под куполом цирка. Рожденный ползать летать не может. Что? О! Это кто это рожденный ползать летать не может? Да знаю я тут одного клоуна. А я знаю одного зазнавшегося полетчика, который... Так, мальчики, с сегодняшнего дня у нас все дуэли отменяются. Окончательно и бесповоротно. Вот золотые слова. Иришка, надо было мне на тебе жениться. Все, Русланчик, поздно. Почему? А потому что есть один зазнавшийся воздушник. Нет, не поэтому. Потому что есть одна очень скромная и талантливая гимнастка, которая сумела свести с ума одного толстокожего клоуна. Ее имя... Ксюша! Ты прелесть, Иришка. А Ксения... А Ксения моя судьба. Моя мысль понятна? Ой, ребят, но ведь надо как-то все объяснить Данилу Трофимовичу. Ну не переживайте, я все беру на себя. Нет уж, я нарушил его планы, мне и ответ держать. Лучше всего скажу я. Это бесстрашно. Данил Трофимович! Данил Трофимович! Нет, подождите, я скажу. Дорогой Данил Трофимович. Нет, ребята, все скажу я. Милый наш Данила Трофимович. Ой, чует мое сердце. Не к добру собрался сегодня в цирковой парламент. Ну, добивайте старика. Любимый наш Данила Трофимович. Нет, Руслан! Уважаемый Данила Трофимович! Ну вот прощаться нам пришла пора. Смолкает смех, аплодисменты тише. Погасли в цирке все прожектора, и грим с лица снимает клоун рыжий. А звери видят в самых сладких снах самих себя в каких-то там ролях. Ведь в этой жизни бурной и безбрежной всегда есть место маленькой надежде. Как дар судьбы, ее в сердцах мы сбережем. На сцене, на манеже, на экране когда-нибудь увидимся мы с вами и вновь огни волшебные зажжем. Соседствует всегда с весельем грусть, и зритель то взгрустнет, то улыбнется. Герой любимой скажет: «Я вернусь», и непременно к зрителю вернется. И сквозь года, сквозь памяти туман поможет повстречаться нам экран. Ведь в этой жизни бурной и безбрежной всегда есть место маленькой надежде. Как дар судьбы, ее в сердцах мы сбережем. На сцене, на манеже, на экране когда-нибудь увидимся мы с вами и вновь огни волшебные зажжем. Ведь в этой жизни бурной и безбрежной всегда есть место маленькой надежде. Как дар судьбы, ее в сердцах мы сбережем. На сцене, на манеже, на экране когда-нибудь увидимся мы с вами и вновь огни волшебные зажжем.